Вот наши черенки. Два я уже вчера посадил. Вчера это 17 апреля. Сегодня посажу еще три, так как два у меня под вопросом. Я их, скорее всего, рано выдернул из воды и посадил в землю. Корешки были не совсем подготовлены, не совсем развиты, только начали отрастать, а я их сразу в землю. И они, скорее всего, не принялись. А 5 как раз мне и надо. В принципе, сейчас больше места нет, чем на 5. Там, правда, из прошлогодних 2 под вопросом. Что-то на них почки не появились. Ну, это мы, если они в этом году не очухаются, значит, мы на следующий год их заменим. Ну что, пойдем готовить место. Вот. Итак, приступаем к высадке. Ну, возьмем, наверное, вот этот. Вот так вот еще. Вот так вот. Возьмем. Здесь суховатенько у нас. Вот. Так, разрываем. Так, распаковываем. Вот так вот. Распаковываем. Распаковываем. Вот так вот. Распаковываем. Вот они. Корни появились. И берем прямо вот так вот. Я раньше песок сюда сыпал. Удобрение. А потом понял, что это все Филькина грамота. Ставим и присыпаем. И присыпаем. Так вот он есть. Так и пусть продолжает расти. Так он лучше примется. Быстрее. То есть для него не будет особого стресса. Оставляем луночку, потому что поливать все желательно сюда бы трубку для воды вставить. Песок даже остался, когда-то сажал где-то здесь, на этом месте тоже черенок он с песочком. Не принялся. Вот поэтому место здесь осталось. Ну, вот так вот. Один есть. Вот. Лучка останется. Пусть растет. Мы сейчас пойдем другой сажать. Та же процедура. Но сюда возьмем этот. Корней не вижу. Вроде бы как принялся, корней не вижу.
Так, нет. Оставим его. Давай, наверное. Ну что у нас с этим? Здесь вроде бы корни есть. Давай, наверное. Да, корни есть. Давай мы возьмем. Надрезали. Снимаем. Это. Снимаем. Эту банку. Корни есть. Но их немного. В принципе, вот они идут. Ставим сюда, ставим и присыпаем. Вот у нас малина растет, малину в сторону. Присыпаем так вот тем грунтом. Засыпаем, в общем. Засыпаем. Так, вот. Пусть растет. Пусть растет. Так, ну и третий претендент на звание лучшего. Так, вот этот возьмем. Здесь было два. Один случайно обломил. Один остался жив. Но это случайно. Все, что не делается, все делается лучше. Откровенно, я тут особо развитых корней не вижу. Те, что были, те высохли. Вот они повысыхали. Я даже не уверен, что он будет расти. Так что здесь тоже проблемы. Те корешки, что были, они уже рассосались. Может быть, там новые пойдут. Поэтому этот тоже под вопросом у меня. Хотя, в принципе, новые листики растут. Посмотрим, что будет. Этот я посадил вчера. Вот он. Такой у нас. Хорошая корневая развелась. Я думаю, что акклиматизируется, будет все замечательно. Вот. Это прошлогодний. Прошлогодние эти почечки, все как положено.
принялся, в этом году будет развиваться дальше. Этот я тоже вчера, этот самый такой развитый, он толстый черенок и длинный, и расстояние между почками у него такое хорошее, он с лозы в самом основании практически срезанный. И поэтому вот такие черенки, они очень хорошо приживаются и хорошо развиваются. И корневую дает хорошую, и побеги, видите, какие уже большие по сравнению с остальными. Ну, посмотрим, как он приживется. Вот. И что будет в конце лета. Вот. Вот тоже. Прошлогодний. С почечкой все. А этот прошлогодний вызывает опасения, что он в этом году уже ничего не даст, никаких почек, никаких листиков. Скорее всего, что он не перезимовал. Хотя зима была теплая. Может, просто с ним. Это позапрошлогодний. Это уже двухлетка. Вот я его обрезал. Почечки шли. Вот такой. Вот это вот у нас тоже позапрошлогодний. Вот. Но он немножко поменьше и послабее. Это прошлогодний. Вот почечки-то маленькие. Вот он тяжело тоже приживался. Но к осени прижился. Это прошлогодний, но проблемный. Пока я не вижу результатов в этом году. Ни почек, ничего такого, чтобы вселяло оптимизм на то, что из этого черенка в этом году что-то вырастет. Вот тоже прошлогодний. Он сразу хорошо принялся. Вот. Дал хорошую лозу. Вот. Даже две у него было. Я его прикопал. Прикопал. И вот видите, большая почка на нижней. Там, где обрезано. И здесь три почки. Вот. Все, прижился хорошо. Посмотрим, что будет с черенков, которые мы посадили в этом году. Ну, в конце лета будем наблюдать, и в течение лета поливать, наблюдать. А осенью посмотрим, какие принялись, какие нет. Видите, листики сгорели от ультрафиолета, потому что появились они в помещении. Вот, тут сгорели. Смотрим дальше. И тут тоже подгорели. Ну, ничего, они потом полезут. Молодые. Молодые будут. Стойкие. Вот, и здесь. Здесь тоже. Практически полностью они выгорели. И лоза эта молоденькая, она начинает деревенеть. Ну, посмотрим, что вырастет. Как оно потом освоится.
Вот. Здесь этот куст тоже, ну, молодые листики. Те нормально вроде бы как. Здесь совсем вон листья пожелтели. Сейчас потрываем. Вот так вот. Вот они сами отпадают. Раз отпадает. Там под ним почечка молоденькая. Она уже готова пустить новый лист. Вот молодой виноград, который посажен, черенки, которые в этом году посажены. Старые листья, которые под воздействием ультрафиолета обгорели, он сбросил. И вот молоденькие лепесточки, вот побеги. Это прошлогодний. Вот так вот. Это второй тоже. Череночек. Это другой. Вот. Хорошо прижился. Растет. Вот. И этот тоже растет. Сбросил листья. Дал новые. Вот. А этот не прижился пока. Вот, не прижился пока еще. Листья сбросил. Не знаю, может быть. Может быть, приживется. А может быть и нет. Скорее всего, что, наверное, вряд ли. Ну, посмотрим. Пока не будем делать преждевременных выводов.